Казнь десятая. Смерть первенца. Офигеть. Что это? Лягуха. Какая-то капля. Какая-то фигня. Перо. Супер. Перо, спасибо. За перо плюс. Курица. Есть нечего курица. Понятно. Ты как всегда на приколе, да? Корова какая-то, чебык, че, кто ты? Опа. Будь готов, сегодня ночью мы отмечаем День озера. Я грибать как рада, ты б знала. Так мне не пофиг. Сова, почему тут сова? Оу, сова. Оу. Что-то странное, ну ладно. О, божечки ж ты мой. Господи. Да ну ладно, не гони, а. Come on. Вот тут, по-моему, была... Это. Афиг, 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 просто афиг. Вот тут была вот это. Нет, вот тут была вот это. Вот. Нет, 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 подожди, блядь, серьезно. Кровь была вот здесь. Так, а вот этих вот я еще не видела. Что? Какой-то... Какой-то... Вот так вот. Да? Да. Дальше. Здесь. Рука, справа, снег. Рука, справа, снег. Угу. Тут кружочек. А тут вот эта фигня. Кружочек выше фигня. Вот. Что тебе неправильно? Тебе что-то неправильно, знаешь что? Я бы сказала. Но не буду. Тебе, очевидно, нужно яблоко. На яблоко. Надеюсь, я не умру сегодня ночью. На яблоко. Ты, тебе яблоко. Кому яблоко? На яблоко. Зла не хватает. Не спрашивайте, почему. Угу. По бокам зеленые, дальше белые, в середине красные. Окей. Ночью озеро покажет свою истинную сущность. Приготовься. Зеленая, белая, в середине красная. Окей. Зеленая, белая, в середине красная. Распрекрасно. Угу. Зеленое. Да, вот так. Белое. Да, вот так. Красное.
Прекрасно. И ты мне дала свечку. Просто отлично. Угу. И что я с этой свечкой могу сделать? Кроме этого. Угу. О, май гад. Оу. Угу, ясно. Пока что давайте постоим вот здесь, типа. И типа, просто есть. Рука снег. А, мне их, может быть, нужно зажечь в правильном порядке. Или нет? Да нет. Чего бы? Зачем веревка? А, расстояние, наверное. Наверное, это расстояние. Расстояние, о, это капля лягушка. Расстояние от капли до лягушки. Агась. От капли до лягушки. Ну, больше 10 так-то. От капли до лягушки больше 10, а это где-то 11. 11? О, 11. Там же нет 11. Есть. Так, от какой-то фигни, типа клещ до летающей моли. Клещ, моль. Клещи до моли, походу, 5. Почему я сразу не проверила? Потому что я... Ну, без понятия. L — это от шарика до чего? От шарика до снега. Офигеть, от шарика до снега. От шарика до снега. Опа! 10. Нет. Да. 10 или 11 тоже, хз. Угу, прекрасно. Нифига подобного, нифига подобного. А почему? Рука. Снег. Клещ. Рука, снег, здесь верно. Клещ, здесь верно. Корова. Моль. Кровь, лягуха. Корова, моль, кровь. Лягуха. Корова. Моль. Ров. Лягуха. Вот так. Давай еще раз тогда померяем. Еще раз. У нас от 0 до 10. Окей, 10. Дальше. О. От крови до лягушки. Блядь. О, это от крови до лягушки. Вот оно что. А почему я первый раз неправильно сделала? Не помню. Четыре. Расстояние от крови до лягушки. Это О. Снова же еще раз давай померяю.
Раз, два, три, четыре. Тут все верно. Это 4. Отчет идет с нуля. Да. Следовательно, это 4. Это я уже на всякий случай, вдруг я совсем туплю. Клещ, тире, летающая фигня. Клещ. Вот этот клещ. До вот этой летающей фигни. Давай я прям вот... Вот прям, да? Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. От снежка до большого снежка. Не спрашивайте. А, это, походу, 10. Окей, 5 и 10, допустим. Почему я первый раз неправильно посчитала? Что происходит? Настолько уже в голове? Так. 5. 10. О май гад. О май гад. Нет. Что это? Что это такое? Ладно, здесь пока не трогаю. А, подожди, это что ли... не знаю. Не рыбов, правда. Позже подойдем сюда, значит. Что у тебя нужно сделать? Кого у тебя нужно... И вот здесь тоже что нужно. В конце концов, все покажут свои истинные цвета. Это прекрасно. Может быть, вначале я что-то еще не заметила? А, я там еще в одном месте вроде не была, и... Или что, или я не помню. Была, не была? Да нет, я вроде не была вот здесь. Может, у тебя что-то есть тоже? Надеюсь, я не умру сегодня ночью. Ну, ты вообще не разговариваешь у нас. Окей, да, вот тут я была... Что это должно значить, извини? Это вообще жесть. Вот это я вообще максимально не понимаю. Хотя ладно, будто бы я что-то еще здесь понимаю. Правда. Мне вообще нужно куда-нибудь... Окей, если в идеале, чего вы от меня хотите? Да я как-то, ну, не знаю. Сова. Слушай, я не грибу, правда. Я просто настолько сейчас не понимаю, что я даже не знаю, что сказать. Я буквально в своей голове перевариваю 10 тысяч миллион мыслей о том, что тут делать дальше. И у меня, честно говоря, ни одной нет. Зачем мне яблоко? Зачем мне яблоко? Зачем мне... А ну стой.
Короче, вы прикиньте, я опять загуглила, потому что, ну, я не знаю, я не понимала, что тут надо делать, правда. Я как бы клацала, в итоге я не поняла и пошла в Google. Google сказал, что нужно смотреть, когда он начинает бить, где больше костей дергается, и на ту руку нажимать, господи. Охренеть. Дед, не знаю, как ты, я в шоке. I hope I'm not the one that dies tonight. Стреляй. Да, нет. И чё? Слушай, чел, я как-то хз. Я за него управляю или что? Ага, я за него управляю. Давай стреляй. Давай, давай. Рука. Опа, что это? Символ. Ок. Угу. Не-не-не-не. Не, опусти, отпусти. Отпусти, отпусти. Ну так давай, в самый верх. Рыбаш. Молодец. На тебе яблоко. Супер. Забыся яблоко. Червяк. Отлично. Просто, просто идеально. Хорошо, молодец. И чё? Ну пусть там торчит как бы. И червяк. Это, наверное, курица. Жри. Яйцо. Супер. Яйцо куда? Яйцо сюда. Из него вылупился цыпленок. Что с цыпленком? Цыпленка сюда. Вот, пожалуйста, кушай. Да. Это мне? Это мне? Правда? Что это? О май гад. О май гад. Что это такое? Я поняла. Это откуда? А это откуда? Там, где две какие-то... Вот так вот. Овлс, совы. Прекрасно, овлс. Овлс. Это что ли в самом дом нужно ввести или что? Здесь? Да не гони. О. В. С. Реально. Окей, не иронично. И что мне это дало, пожалуйста, скажите? Что-то же мне это дало, соответственно. А знаешь, давай я тебя сфоткаю. Была.
И что мне дали то, что я сделала? Так, а какой в этом смысл? Ой. Не понимаю, что это. Окей, эта фигня крутит по кругу. А, поняла. Все, окей. Да, хорошо. Ты, допустим, сделан. Ты. Тут еще и разные головоломки. Ёпрсты. Окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Маска Зана. Ты мне даешь какую-нибудь маску? Маска кролика. Тут. Агась. Ничего не понятно. С этой стороны линии это вот это, да? Это вот с этой стороны линии. Я не понимаю. Скаленя. У меня хоть запись идет? Да, запись идет. Да ладно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. Нет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Четыре. Нет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Нет. Раз, два, три, четыре. Не знаю, есть ли тут какая-то последовательность, или просто запомнить надо. Anyway, я уже это делаю. Раз, два. Блять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два. Блять, да серьезно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. Нет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. Нихуя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз. Пас. Нихуя. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Рыбануться. Так и запишем. Угу, понятно. А! Я ничего не поняла.
Господи. Правда, это сложно. О май гад. Я утаила последние воспоминания, последний элемент эликсира. Ты утаила? Почему? Или правильнее спросить, зачем? Это мама, да? Но это эликсир. Мои воспоминания служат ключом не только к прошлому, но и к будущему. Понимаю. Это то, что у нас было, кстати, в прошлой игре. Эликсир. Я что? Что я? А, это то же самое. Я утаила вот это вот, да. Извините. А идти куда? А, на свет, что ли? Час настал. Ну, хорошо, что час настал, а мне что сделать? Что с того, что час настал? It's time. Блять, it's time. Я поняла, что it's time. Скажи мне, что ты хочешь от меня. It's time. It's time. Хочешь, я тебе дам маску? На тебе маску. Спасибо. Спасибо. Маска. Сюда прохода нет, сюда есть. It's time. У нас... А, ты готов встретиться со своей судьбой? Да, я готова. Всегда. Ага. К слову, и в первой части, в самой первой части тоже был отель, там где вот... Но это были тогда типа настоящие животные. А почему мы горим? Hello, мы горим. Нас спалили. Как же сложно. О май гад, не иронично, это реально сложно. Пробил наш час. Райский остров воспрянет вновь. Вот блин. Вот блин. А реально, я поняла, да. Главное меню, значит. А что я хочу сказать? Ну, во-первых, блин, под конец серии Rusty Lake как-то сложно становится. Хотя иногда не только под конец, но реально, иногда в основном под конец у меня прям начинает гореть, потому что что-то не получается, ничего не понятно, но очень интересно. Но снова вот это ощущение, типа, какого хрена это только что было, что все это такое, но прикольно. Ну, прикольненько. Окей, тогда получается, следующая часть у нас что, Cube Escape? Я не помню, что там следующее, но... Значит...
Ну, продолжим, получается, да. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.